Говорил с Москвой по мобильнику. Набрал код, узнать, во сколько разговор обошелся. Было $20, осталось 25. Как это? Попытался еще раз набрать Москву, а с ума ваши руки трясутся. Дозвонился и молчал полчаса. После разговора остаток высветился. $52.25. Выходит, чем больше наговоришь, тем больше получишь. Премиальный бонус. За что? Или это Бог жалился и наслал Билайну в компьютере вирус? Нет, если бы деньги с телефона исчезли, я бы до международного суда в Гаге дошел. А когда не тебе, а тебе, лучше до причины доискиваться. Пока не спохватились, звоню всем подряд днем и ночью. $600 начислила за 2 дня. Вот это заработки. На заику удачно нарвался. Пока он объяснял, что я не туда попал, $15 набежало. А за границу звонить еще выгодней. Подумаешь, послали на незнакомом тебе языке. За $10 от такого удовольствия кто откажется? Как заработать, понятно. Трагедия, как с мобильника деньги снять. Такой услуги еще не придумали. Принц и нищий в одном лице. Бутерброд, как простолюдин, жую, стыдно сказать, с чем. При этом в кармане $10 000 лежат на мобильнике. Сижу, как курица на яйцах в Фаберже. Не выдержал, в ресторане наел на $100. Официанту протянул телефон. Молодой человек, звони к себе в Израиль, говори сколько хочешь, сдачи не надо. 2 зуба выбили, мобильник не пострадал. Единственное, в чем себе не отказывал, секс по телефону. Они там в поте лица шепчут, а платят за это мне. Наслушался до отвращения. Имея $30 000, ничего себе не позволит. Все равно, что банку с вареньем снаружи лизать. Как представлю, что можно устроить с такими деньгами, язва открывается настежь. Для ровного счета 1 000 000 накоплю и повешусь. Нищим жил, хоть умру миллионером.